Люберчане стали часто жаловаться на визиты неизвестных, которые предлагают им установить в квартирах дымовые пожарные извещатели. Правда, платно. При том, что такое оборудование многодетные семьи, пенсионеры и другие льготные категории граждан могут получить на безвозмездной основе. Сотрудники администрации призывают быть бдительными и не попадаться на уловки мошенников. Пожарный извещатель – устройство, которое призвано информировать человека о задымлении помещения. В домах и льготных категорий граждан, многодетных семей и людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, а также одиноко проживающих пенсионеров и инвалидов, их устанавливают абсолютно бесплатно. Если у вас просят за оборудование деньги, это точно мошенники. Поэтому хотелось бы обратиться еще раз к жителям и сказать, что эта работа проводится абсолютно бесплатно, абсолютно в целях сохранения жизни и здоровья жителей Люберецкого городского округа. Запомните эту фразу. Работа ведется бесплатно. Устанавливаются пожарные вещатели. На это выделены деньги правительством Московской области. Вот, в количестве 4 200 000 рублей. На эту сумму запланировано установить более 11 500 извещателей. На сегодняшний день по программе «Безопасность Подмосковья» в городском округе Люберцы установлено более 30% устройств от плана. Для увеличения темпов реализации проекта теперь в домах льготников дымовые датчики будут устанавливать в удобное для них время. Администрация муниципалитета просит жителей быть бдительными. Не соглашайтесь оплачивать то, что вам положено получить безвозмездно. О фактах попытки обмана сообщайте в полицию. Анна Троян, Александр Богданов, Кирилл Евгеньев и Никита Скраган. Телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Маша Лапычева, а вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых актуальных событий.